Согласно социальным исследованиям, в последнее время очень возрос уровень подросткового алкоголизма. Правоохранительные органы вместе с прокуратурой и департаментом образования провели мероприятие, направленное на проверку и соблюдение законодательства о запрете розничной продажи алкогольной продукции несовершеннолетним. Поэтому данное мероприятие направлено на... чтобы не допустить эту порочную практику распития алкогольных напитков на также ночных вечерах. С этого года эти рейды запланированы с тем, чтобы искоренить употребление спиртных напитков в общественных местах взрослыми лицами также, потому что существует ответственность за вовлечение несовершеннолетних в употребление спиртных напитков. Это статья 6.10 Кодекса административных правонарушений. Мероприятие проходило впервые. Были созданы 4 мобильные группы и проверялись абсолютно все заведения, в которых проходили выпускные вечера, на выявление данного факта. Но мы должны не забывать, что инициаторами проведения выпускных вечеров являются родители и родительские комитеты. Хотя доля ответственности администрации школ является неумолимой, конечно. Они также до восхода солнца будут находиться вместе с детьми. А сегодня у нас 547 выпускников. Вечер проходит хорошо, вполне весело. Мы танцуем, развлекаемся, нам без алкоголя хорошо. Трезвый выпускной, конечно, это правильно. Ведь все школьники как бы должны соблюдать закон, прежде всего. Закон нам не позволяет пить. И, в принципе, это является правильно. Нам надо сохранять здоровый образ жизни, так как нация наша гибнет. Надо сохранять традиции, которые у нас издревле были. Ведь это старые стереотипы, что русский человек пьет, надо их рушить. Надо, чтобы веселье было натуральным, чтобы ты веселился от души, чтобы ты, ну, действительно чувствовал это веселье.